Всем привет! Вы на канале Ховлад, и сегодня моя бабушка продолжит свои приключения в Фортнайте. Ну а перед началом видео не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, а также подписываться на телеграм-канал, иногда там будут проходить розыгрыши и выходить эксклюзивные видео. Ну а мы начинаем! Ох, ребятки! Всем привет! Давненько я не заходила в эту вашу Фортнайт. Давненько. Уже подзабыла, что тут у нас в игре-то происходит. Ладно, сейчас вспомним. А еще хочу поменять вот этого вот дурачка. Он мне надоел. Хочу какого-нибудь другого. Вот, найдем сейчас кого-нибудь. Вот, кого-нибудь тут. Какого-нибудь хорошенького. Это что за петушара? Ну, давайте петушару возьмем. Хорошо, пускай у нас будет петушара. Так, удава. Удав мне надоел тоже. Хотя нет, оставлю, наверное, удава. Он уже как родной, как родненький. Так, этот огурец какой-то непонятный. Думаю, поменять его. Это что такое? Сейчас мы найдем какую-нибудь хорошую обувку тут сзади. О! О, будем разговаривать с енотиком. Так, сейчас вот эту тоже мы штучку поменяем. Тут моя любимая где-то была. Так, сейчас мы найдем его. Где он? А, во, мое облачко любимое. Это тут внучок играл, я уж и поменял все. Так, вот, мы теперь петушара. Сейчас будем играть. Так, вот, где-то тут у нас было, во. Вот это нам надо. Так, ну что, погнали. У нас очень простая задача. Нам нужно просто взять первое место. И все. Это несложно, это надо смочь делать. Я уверен, что мы с вами сможем. Нужно просто постараться очень. Сейчас мы будем всех разносить. Вот. Сейчас все сделаем. Вот. Все у нас будет хорошо вообще. Как, ребятки, рассказывайте, а то вы что-то ничего не пишете в комментариях, только о том, что когда бабка играет, это кринж какой-то. Вы шо? Ребятки, я же стараюсь, это я все из себя выдаю, что могу. Все, что могу, то выдаю из себя, понимаешь? Вот внучок мне говорит, как делать, как будет лучше, я и стараюсь, как бы... Тут стараюсь, играю для вас. А вы говорите кринж, кринж. Что вообще это слово значит, кринж ваш? Что с компьютером? Почему он так подвисает? Что это такое? Что это? Ой, непонятная какая-то магия происходит с компьютером. Ладно. Так, ну полетели куда-нибудь. Что-то с компьютером в последнее время как-то... Это плохо. Вроде внучок хороший собрал. Он говорил там какие-то 40 что-то там. То ли 40-90, то ли 40-100. Не помню. А то он хорошее собрал там в этом компьютере. А он что-то как-то не очень работает. Непонятная какая-то штука происходит с компьютером. О, енот у нас отдыхает. Я думаю, он более приятный будет, чем наш и этот удав. Туда что-то вообще плохой какой-то. Ничего у него, нифига. Не получается. Так, ладно. Сейчас мы разнесем тут всех. А, я думаю, можно пол сломать, и тогда все сломается само. Оп. О, красота какая. Так, ну, удав у нас как всегда. Да? Удав, ты как всегда плохо себя ведешь? Хотя вроде нормально. А, нет, опять его штырит. Эх, ты бы хоть раз что-нибудь нормальное это сделал. Ой, там опять кто-то кого-то уже убивает. Ладно, сейчас мы соберем какое-нибудь хорошее оружие и начнем. Ой, бабуля заболела. Ходила одна на улице за магазин, за покупочками всякими вкусными для внучка. И заболела совсем. Совсем заболела. А что с компьютером? Компьютер, ты что меня подводишь? Я не понимаю. Что ж с тобой не так? Так, там кто-то бегает, сейчас мы его попробуем убить. Так, тут у нас сундучок, нам надо быстренько его обыскать. И что тут будет, дробовичок? Нет, тут ППшечка. Ну нафига мне ППшечка, скажите мне, а?
Нафига мне папашечка? Ладно, сейчас мы выпьем быстренько вот эту штучку. И будем дальше фигачиться с этими дурачками. Только у нас нету оружия нормального. Подвисает этот компьютер крутой. Вот, привет, дружок. Так, нас сейчас попытаются, наверное, убить. Да, вот тут чувачок какой-то бегает. Ой, показалось, что мимо меня кто-то пробежал. Понятно, тут нас убить хотят. Но это не челик, это какой-то непонятный. То ли бот, то ли хрен поймёшь. Да отстаньте от меня, что ты ко мне придрался-то? Убили. Убили одного. И тут камера. А так, оп. Ой, он уже звезду какую-то забрал. Непонятно, у него легендарная пушечка была. Звездочку мы тоже заберем. Так, теперь, я так понимаю, нас захотят все убить. Ну, сначала выпьем так здоровице. Потом вот это здоровице выпьем. Сейчас мы все сделаем. Пришли на готовенькое, забрали и все, как обычно. Так, вот это мы берем. Вот это мы сейчас используем, а то у нас что-то прям совсем больненько сделали. У нас там осталось чуть ли не 5 здоровья. Дурак, зачем ему синий дробовик, когда у него фиолетовый? Какой-то странный чувачок против нас сейчас сражался. Непонятно прям, зачем ему такой... Такое вот... Сборочка такая непонятная. Так, вот это мы возьмем. А что ты мне показываешь? Что там? Что там? Что там? Что ты мне куда показываешь-то? Куда ты мне показываешь? Что-то куда-то пока... Куда? Куда? Сюда? А что тут? Тут спуск какой-то, понятно. Как туда пройти? Сломать? Да не ломается вроде это. Ладно, хрен с ним, пойдем отсюда. Не знаю, что с этим делать. Он куда-то показывает, непонятно куда. Да пошел ты в жопу со своими показателями, мне это не надо. Так, это нам здоровье не поднимает, я поняла. Патрончики для дробовичка. Или вот тут надо спуститься и сюда пойти. Как это? Что, что тут вообще делать-то? Что, где? Покажи мне еще раз. Туда? А что там? Я вообще не понимаю. А, понятно. Надо, короче, вот... О, открывается. Надо было пушечку выбить, чтобы хранилище открылось. Понятно. Сейчас мы патрончики везде перезарядим. Вот это мы открываем. Тут ничего такого полезного. Тут у нас что? Пушка какая-то тоже золотая. Богатенькое такое хранилище так-то. Так, ну нам, наверное, ППшка нафиг не нужна. Мы это выкинем. Надо бы вот, вот эти вот собрать. Снайперскую винтовочку. Ой, Кудаф опять с ума сходит. Кудаф, да что ж тебя, чем тебя кормит мой внучок, что ты так себя плохо ведешь, а? Не понимаю. Так, золотишко мы забираем, оно нам надо. Не знаю, что лучше, какой-нибудь золотой дробовичок или пушечка, точнее. Или что вообще? Так, это мы все забираем, забираем. Забрали, так, вот это уже золотишко забираем. Так, ну мы в зоне пока, нам куда-то некуда торопиться. Все прям у нас хорошо идет. Забираем золотишко. Золотишко мы забрали. Енотик, а ты нам помогать-то будешь, нет? Или ты просто так для красоты есть? Существуешь красивый такой. И все. Да вон тебя вижу, пушка есть-то. Может, ты за меня пора стрелять будешь кого-нибудь, нет? Не будешь? Какая-то фигня непонятная.
У нас на спине даже... А, нет, у нас же нас этот... Наш дружок в спине. Так, что тут у нас? Тут у нас ничего полезного нет. Хоть бы какая-нибудь еще аптечка выпала, я не знаю. Я не знаю, вот нам надо собирать вот эти вот большие или не надо, или собрать вот маленькие. Ну, я думаю, большие мы найдем, если что. Вот здоровье нам полечить никто не... А может быть, вот вообще эти... А, они же здоровье не лечат. Ну, тогда они не нужны нахрен. Без них справимся как-нибудь. Так, ну, одного мы уже убили. Не знаю, как дальше дела пойдут. Надеюсь, что хорошо. Что ты плюешься, а? Ты что, на базаре плеваться? Господи, как тут много этих ягодок. Да хватит плеваться, мне кажется, что по мне стреляют. Когда ты плюешь. О, вот это нам надо. Сейчас мы покушаем, и нам получше станет. Теперь кукурузку. Вот так вот. О, привет. Куда бежишь? Прибежал, куда хотел. На свою погибель, дурак. Бежит куда-то. А мы ему говорим просто здравствуй, просто как дела, дружок. Правильно? Правильно. Так. Ой, попали по бабке. Стоило бабке. Отойти на секундочку, ее уже, в нее уже стреляют. Где ты? Стрельни еще разочек. Пострелял по бабке, дурак. Дурашка, на что ты надеялся, когда бабку стрелял, а? Вот на что ты надеялся? Что ты бабку убьешь? Ну, не вышло, не получилось, не фартануло, понимаешь? Надеялся, надежды умирают последние, понимаешь? Ты вот старался вот убить меня, да? Опять ко мне кто-то стреляет. Да что ж вас ничему-то жить не учит, а, дурачков? А, ты уже строиться умеешь. Ну, давай. Давай поговорим. Что-то ты сдулся по строительству как-то. Сейчас перезаряжу пушку, подожди. И все, закрылся в коробочке. Ну, давай, редактируйся. Ой, подвисает, неудобно. Что у меня со стенкой? Иди сюда. Балда. Здоровье там себе лечишь. Что ж ты такой ринулся-то? Побежал бежать, убивать меня, что ты сейчас убегаешь? Что ж ты убегаешь-то? Здоровье свое, жизнь свою лечишь. Ну а я тебе привет скажу, дружок. Дружбаленка мой. Что ты застроился-то? Ну что ты? Давай тебя стригерим. Ну я пойду в зону, ты как хочешь. Ты там сам себя... Отдан. Что это за чувырла? Что ты делаешь? Дружок. Дружок-пирожок. Где ты? Куда ты спрятался? Нет. Ты на шифте полз. Как мышь. Ползай дальше. Я-то захилюсь, чё мне? Ты это редактировать не можешь, да? Где ты там ползаешь? Я же знаю, что ты тут где-то ползаешь. Дружбан. Ползай где-то.
Привет. Как дела? Ты мне принес очень много негодований, друг. Где там у тебя эта буханка была? А ты ее все потратил. Ну и пошел ты в жопу тогда. Ладно, сейчас мы подлечим себя. Это мы возьмем. Все остальное у нас по максимуму. Надо идти убивать еще людей. А то что-то как-то не очень хорошо это все звучит. Надо добывать деревце. Деревце наше все. Битва клоунов сейчас была. Не обращайте внимания. Бабка-то не скилловая, понимаете? Она-то что-то пытается, конечно, сделать сама. Ну как может, понимаете? Как может? Что ж у меня компьютер-то лагает? Не понимаю. Такого не было раньше. Сейчас что-то плохо себя ведет прям очень. Не знаю почему. Ну прям плохо-плохо себя ведет дурачок. Ну, мы сейчас бежим в зону, нам как бы на всех плевать. Была бы тут какая-нибудь рыбка, не знаю. Чтоб попку свою подлечить, а то что-то как-то вообще не очень. Может быть, победим сегодня. Хотя потому, как активно все пытаются нас убить. Правда, у них ничего не получается. Но, что ж, скажем им удачи, что ж могу сказать. О, еще аптечка. Что ж тут столько раскидано от этих мелких? Не понимаю, конечно, этого прикола. Хоть плевать, ты меня пугаешь, чтоб по мне стреляют, дурак. Плюет? О, там кто-то с кем-то воюет. Давайте, пойдемте туда. Где ты там? Воюешь. Сама себя бабка застроила. А вон ты где. Я ж тебя вижу, друг. Другалечек. Где ты? Ты чисто меня хочешь убить, что ли, так? Строиться полезно, слушай. Я тебе так по приколу скажу, знаешь? Это полезное дело. Хрен тебя попадешь, когда строишься. У тебя же барьер всегда есть. Ай, дурачье играет. В этого мы попали. Так, сейчас мы тут соберем ресурсиков, которые нам будут нужны, а то что-то у нас как-то бедно. Очень бедно по ресурсикам. Где ты там? Бегает вот же там где-то. Там где-то бегал этот дурак. Там что-то кто-то собирает. Эту штуку. 6 человек осталось. Против бабки. Ну, то бишь 5. Ой, то бишь. Куда ты лезешь, а? Скажи мне, друг. Куда ты лезешь? Зачем? Ради чего? Кого ты пытался этим впечатлить? Объясни. Никого. Только сам сдох и все. Кто-то там где-то прыгнул непонятно где. Меня попытаешься убить, друг? И кого ты пытаешься этим впечатлить, дружок? О, и ты умеешь редактировать. Ладно. Сдаюсь. Хорошо. Боюсь сам с собой. Ты меня перестроил. Молодец. Какой ты хитрый, а? Ты сука. Ах ты сука, а? Какой ты хитрый. Сука помойная. Ладно, хрен с ним. Бабка не смогла сегодня взять топ-1. Видать, этого никогда не произойдет. Ладно уж, затянули мы что-то с игрой. Пойду я, наверное, дальше спадки. Ну, сначала сделаю картошечку, пожарю, сварю там. И так далее. Вот, ну что ж, что могу сказать? Давайте удачи вам, всем хорошо там ваши эти сессии сдать или что там у вас сейчас идет.
Вот, давайте удачи, всем пока. Спасибо за просмотр, бабка старалась. Но, естественно, ей не дали сегодня взять топ-1. Ну и ладно. Значит, в следующий раз. Значит, не прописано судьбою, правда? Правда. Все, давайте, всем удачи, всем пока. Хорошего вечера. Или утра, или что вы там делаете. Все, давайте, пока-пока, мои хорошие. Все.